Визит в Брест Беринда де Грота был инициирован европейской стороной. Сегодня программы финансовой поддержки в регионе реализуются довольно успешно, что позволяет говорить о том, что сотрудничество здесь будет реализовываться с большей долей эффективности. Потенциальных тем для проектов достаточно много. Для европейской стороны важно обозначить приоритетные вопросы, которые требуют решения в ближайшее время. Я сегодня в Бресте с очень важной, на наш взгляд, миссией – познакомиться с опытом работы ваших организаций и их форматом сотрудничества с европейскими странами. Очень важно перед началом чего-то нового посмотреть, какой опыт уже есть и что нужно для активного взаимодействия. Мы хотим развивать более стратегический подход в работе, чтобы наши инициативы имели перспективу. Активное развитие взаимоотношений Беларуси и стран Европейского Союза в рамках финансовых программ началось на рубеже 2000-х. С тех пор в статусе заявителей и партнеров по развитию проектов в сфере экологии, туризма, энергоэффективности и ресурсозамещения выступали как крупные, так и небольшие организации города. При финансовой поддержке Евросоюза строились комплексы по переработке и утилизации отходов, развивалась материально-техническая база предприятий и медицинских учреждений. Сегодня брестские партнеры международных программ имеют авторитет и доверие, а потому с ними хотят работать, с ними видят перспективу. Например, областное управление МЧС. Хотя структура имеет бюджетное финансирование, решение отдельных вопросов реализуется через грантовую поддержку. Это не только позволяет рационально использовать выделяемые государством средства, но и развивать международное сотрудничество с аналогичными службами приграничья. Конечно, наш опыт это уже, допустим, если брать программы трансграничного сотрудничества, мы принимали участие в трех программах. Всего программе трансграничного сотрудничества 15 лет в этом году, мы в прошедшем 18-м отмечали, именно в трех программах мы принимали участие, ну, наверное, самое важное, как заявители. То есть есть организации, которые как партнеры у польской стороны принимали участие, но в каждой из программ мы были заявителями и, соответственно, реализовывали успешно проект. Ну и вот в третьей программе мы дошли до того, что реализовываем большой инфраструктурный проект. В рамках поездки Беринда де Грот посетил ряд предприятий, где уже развиваются инициативы по международному финансовому сотрудничеству, а также обсудил с руководителями организаций насущные вопросы. Следующая встреча в областном центре запланирована на март, где будут определены приоритетные проекты и обозначен формат взаимодействия. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.